знаем, что Ренуар делал красную подкладку, кирпично-охристую подкладку. Вот такую подкладку заложишь на тост. Английскую красную гоним. Там как вмешивается замечательно. Закладка. Не у нас интересует, там английская красная. Когда сделаешь все, возьмешь тряпочку и угомонишь количество вещества до вот такого. Второй. Значит, наберем сразу вот эти темноты. Можно взять, опять же, голубой, желтый, плюс коричневый. И вот эти темноты напустим, когда в пользу коричневого, когда в пользу желтого. Берег мы не будем рисовать, мы сразу дадим вот такую стену дальника. Плюс у нас темно будет вот здесь. Можно и краплачок задействовать. И там ты видишь, есть все время есть какой-то волосатый характер. Волосатенький характер. Пусть вот эта динамика врывается в картину. И здесь волосатый характер произойдет вот от этого. Тоже он там виден. И мы вот таким образом создадим рябь воды. Сначала колонны темного, да? Темного и светлого, чередуя вот эти колонны. Желтенький. Охрочку желательно добавлять, чтобы узнавалась классическость живописи. Охрочка. Смотри, да, тоже. Накидаем, накидаем. Тряпочку вытрем. И превратим это. Лучше, конечно, сверху зайти, чтобы характер мазочка был а-ля лодочка. И вот эти вот вещи понакидаешь. После этого зачерпнешь белильца, синильца, розовый и начнешь создать эту длинную дорожку заслоняя дорожку этих лилий, кувшинок, заслоняя. А вот здесь тоже вот эта вертикалька. Да-да-да, продолжаешь аж туда. А потом на нее сверху придут вот мазочки. Да, да. Тоже накидаешь, будешь чередовать то розовинка больше мигнет, то сининка, то грязнинка. Грязнинка у нас и так в подкладке есть, поэтому вместе они все чего-нибудь досоздадут. И зеленинка там мигнет, все мигнут. И тоже ритм. Ну, как бы не в полную меру светлости. Да. Белизна у нас. Единственное белое место это на ее одежде, на твоей одежде и на шляпке. Все остальное тише. Вот это, смотрите. Вот это вот, она очень созвучна. Но у нас дальник не должен стать. Либо он должен был бы вообще быть принципиально светлым, а поскольку он не принципиально светлый, то в качестве солнечных зайчиков белый должен появиться на тебе. Так, все-таки главное в композиции. Либо белый должен был бы там быть, и заслонять, скажем, темность фигуры по отношению к заднику. Коричневым гаси, охрой гаси. Ну и заметь тоже, что все-таки самое темное место зеленого с этой стороны, а там уже даже синьки, то есть цвет воздуха, поскольку удаление идет туда, далее. Большую кисть мы взяли не напрасно, для того, чтобы создать сразу эффект мощности набора. Поскольку пятна довольно крупные, без великих рисовательных подробностей, то именно ритмами мазка, крупными энергичными набрасываниями. Все равно вот не додаешь теплости. Знаешь почему? Смотри, идея в том, что эта площадка все-таки освещена солнцем. И даже если она там зелененькая или еще какая-то, все равно в ней теплая. Поэтому вынь да положь охрянных звуков, создающих это настроение солнечной площадки. Кстати, хотел бы обратить твое внимание, что наш недотемный имеет в себе свет, да. Насыщенность света. Если бы мы утемнили до той меры, которую мы видим, она уже была бы не так светоносна, светонасыщенна. Согласна? Да. Прямо весь пересчет пятен, вплоть до пересчета пятен фигуры. То есть фигура грудью касается, почти касается середины. Значит, найдя середину, ты находишь место касания груди, а дальше от груди развиваешь. Ну и вот эта вот площадочка, смотри, она чуть ниже середины, тоже ее можно сразу отметить. Ну да, все правильно, можно вот так прямо и отметить. И так приблизительно начеркать. Это у меня площадочку сейчас? Да. Она ниже. Ну, у нас не совсем ниже. Я имею в виду верх колена. А, верх колена, да. Я тогда что с фигурой я делала? Английскую красную или охру красную. Ну, красность и тому подобное. Кстати, вот английская, она более ядовитенькая. И достаточно быстро можно красоту набирать. А это что тогда? А это охра красная. Она вяленькая. Прям сюда же, да? Да, вписываешь, чтобы все вписывалось во все. Можно покраснее, поразбеленнее. еще какую-нибудь кисть взять. Может быть, отдельно даже взять кисть для телесных. Ну вот, смотри, здесь валяются кисти. Я поняла, я взяла просто не совсем поняла. Для телесных. Ага. Сделала себе какую-то площадку для телесных. И чуть что, пользуешься ею. Я просто не совсем вот здесь, вот в какую меру, сколько краски класть. Обычно же ведь вы говорили, там, меры, здесь краски. Кашисто, здесь кашисто. Смотри, не приметила ты вот этот ритм падающего света? Приметила. Я просто не знала, что с ним делать. Да. Видела. Чуть по косой в другую сторону. Угу. Просто не поняла, что сразу это надо. Ага. Мало того, что это гонит композицию к центру, этот порыв гонит к центру. И вот вместе они загоняют зрительское внимание вот сюда. Угу. Чтобы настроение создать, чуть-чуть набрасываю. Все равно их предстоит немножко потом забить, но для настроения набрасываю их. Эти. И тоже, смотри, они стайками. В этих работах вы говорили, раньше, что открытый желтый пошло смотрите. Да. Если он будет здесь мигать. А он не открытый, смотри, это зеленый, это с коричневым, я уже океанный оттеночек. Но вот как бы на не надо, мигать не надо. Желтый в чистом виде лучше не надо. Потому что эта шкиль большая, и как бы она же где-то может зацепить, то есть сверлить. Везде стайки, да? Всюду стайки, вот эти ритмы. Тут мне легко давится. Оно и должно легко даваться. Просто на это надо решиться. Я даже не очень понимаю, почему русские художники бегают такого решения. Ну, от такого решения. Хотя это ж... И просто, и интересно. Столько, ну опять же, такой густой мир. Вот сейчас как бы у вас рука и глаз все очень четко. Вот вы мою ногу там набрали, и все, она значит будет там. Вот. Но это как бы у меня-то нет. На самом деле, вот если ты замечала, может быть, на уроках, когда вот идет урок, человек столько наошибался уже, да? А я подхожу, вдруг она довольно быстро выстраивается, работа. Точно. Потому что мне нужна его каша, его ошибки нужны. То есть ошибки, ведь если посмотреть того же Ренуара, он не был такой технически одаренный, как Мане. Вот. Над ним даже Мане, так сказать, немножко презрительно к нему относился, как мастеру. Но, на мой взгляд, Мане скучнее, чем Ренуар. А Ренуар часто, ну, настолько детский, что аж ой. Но вот эти вот его ошибки, они создавали нежность, трогательность. Так что, не знаю еще, что лучше. Быть супермастерами и полностью попадать. Мне лично приятнее Ренуар. хотя бы почувствуй маслице. Сначала потрогай, насколько оно не высохло. Ага. Вот. Пластилиновое. Да. Но оно плотное такое. То есть я тебе руки не советую сейчас делать, а вот волосики там пощупай. Можно даже масло-лак-разбавитель, когда оно уже, допустим, просохло, и ты по лезвиям побрила, просто залила этим масло-лак-разбавитель тройником и погуляла еще пальцами, вот, укладывала лак в промежутки, чтобы он... Я поняла. Наплыл на ямочки. Ага. Лезвием по всей работе, допустим, лилии здесь глубоко, как бы пастозность уместная. Просто собьется торчалка. Вот смотри, здесь уйдет вот этот... Я поняла. Он останется, но он станет мягким. Видишь, вот этот слой по мягкому первому, еще мягкой краске первого укладки, она... Этот слой утаптывает немножко фактуру, делает более правдоподобной, но тем не менее все равно мы эту фактурку стараемся немножко приоставить, чтобы была вот эта игра мазков. Либо угол уклона меняем. И она вообще спряталась вот сюда. Да. Меняем так, да? Не будем этот лоскут сюда подсовывать. Да, не нужно. Там как раз вот свет из-под теневой очень выгодно звучит. О, ну, кстати, так и ножки как-то более... Да. Хорошо. Так, и у нас вот этот угол, да? Думаю, что ничего, вот если мы сейчас так ногу поменяли, как раз она там где-то и отразится. Я имею в виду вот здесь. Да. Тронуть. Чего я еще там? Лишнее доделаю. Так. Может быть, немножко еще подчеркнем вот это место, чтобы оно окончательно выдвинулось. А вот смотрите, вот она вошла, вот деревянного входа, да? Это и не видно, где вошла, да? Все да, правильно. Вот она там вроде как-то... Хорошо бы, чтобы вошла, конечно. Тут же закрутили вот это, чтобы показало себя. Ага. Оно там тоже могло закрутиться. И желтота вот эта красивая, которая образовалась там. То есть это как бы прозрачность дна здесь видна. Угу. То есть это этот светлый цвет именно из-за того, что прозрачность дна. Ну, собственно говоря, как и здесь. Угу, угу. А синька воды немножко блеснула. Угу. И перерубила этот раз. Ага. Перебелил через тебя, да? Не-не-не, я сейчас чуть-чуть. Всяко разное, да? Угу. То есть это как бы зеленца отражений, поэтому и синька как теневой цвет, и зеленца. Ну, вот сухомятка прямо, да? Краски. И вот такая рябь, которая ничем не напрягает, но создает этот все-таки передний план. То есть не уничтожает. Угу, не спорит. Не спорит, да, с центром. Так, цветочки. Сейчас всмотримся в цветочки. Я сегодня их всматривалась, в них вообще ничего нет. Ну да, такие есть. Кубышки вот эти. Они весьма однородные. Вот это вот, когда так. Они крупные, а так они никакие. Просто цветочки. О, ну есть что срисовать. Есть? Сейчас прямо исколетываем. Ну вот интернет открыл, чуть-чуть вот они все лежат. Пригладь себе. Один раз сходил, чуть не умерла. Мольберт. Чуть прешь за собой, с ума зайти можно. Так. Ну, то один мы рисуем, первого планка. Ага. Да, вот такой вот. Красавец. Один намековый. Как бы вот здесь вот с зеленцой и с краснотой. Цветочек. Снизу вот, да, подбираем. Поняла. А здесь даже там, оставим. Да, он там и не нужен, недалеки. Так. Воду. Ага, сейчас. Самое темное место у них под. Под. Цветок отбрасывает тень. Так. А вместе касания... Ага. Сейчас. Сейчас. Чуть-чуть, может быть. Чуть-чуть. Намек на отражение сделаем где-нибудь. Есть логика, да? Конечно, вот этих, конечно. То есть симметрия в другую сторону. Угу. Вот даже два отражения и уже, всё, уже есть понимание. Мир сложилось. Вот тут еще. Ну, что-то там. Не знаю, будем мусолить или уже порадуемся? Я не вижу. Я тоже за то, чтобы не засушить мусолением. Он даже вот маленький намек на линию уже хороший. Видишь, я вам уголочком понараздавал этих акцентиков, маленьких таких акцентиков, и можно еще даже чуть-чуть. Ванечка, что скажешь? Отлично. Ну что, итак, друзья, приезжайте к нам, например, в Переславль. Да? Она вот здесь сверху, а здесь почему-то я не могу. Вошла, да? Вошла как родная. Ну, отлично.